Это шоу талантов, полюбившееся миллионам телезрителей в Центральной Азии. Шоу, которое дарит возможность проявить свой талант всему миру. Это Central Asia's Got Talent. Для поклонников шоу команда Central Asia's Got Talent приготовила специальный выпуск, в котором мы расскажем и покажем все, что осталось за кадром гранд-финала. «22 декабря прошел гранд-финал шоу «Центральная Азия ищет таланты», который стал ярким событием 2019 года. Благодаря проекту зажглись новые звезды Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Самое главное – таланты в наших странах есть. В этом никто не сомневался. Мы просто напомнили об этом вам, дорогие 70 миллионов зрителей, поклонников и фанатов шоу Central Asia's Got Talent. Все участники, которые как бы заполонили, скажем так, мое сердце, они все в гранд-финале. Вот это Падида, та же, которая представляет Таджикистан, те же Хасаки и многие-многие ребята. По мне, конечно, хотелось бы, чтобы их было больше вот в гранд-финале, но все равно как бы они лучшие. А мне спрашивают, ну, кто из них был лучше? Я говорю, знаете, у нас на Востоке есть такая вот поговорка, когда отца спрашивают, кто из твоих детей лучше? Я говорю, все 12 прекрасных моих детей, я всех люблю. Я то же самое говорю, что все, которые вышли в гранд-финал, я говорю, всех люблю. Даже те были полуфинальные, потому что они все для меня очень милые, я очень люблю их. Идея сделать шоу Got Talent в Центральной Азии зародилась 3 года назад. Тогда прошли первые встречи с британскими коллегами из компании Fremantle Media. И вот спустя 3 года мы это сделали. Запустили кастинги в апреле этого года. В онлайне искали наша кастинг-команда участников. Потом проехались по всей Центральной Азии. Провели судейские прослушивания, замечательные полуфиналы. И, если честно, не очень верится, что закончился гранд-финал. Я очень счастлива, что я тоже стала частью этого проекта. Я увидела очень много талантов, много было эмоций, удовольствие получила такое огромное. И конечно же, например, у нас в стране тоже всем этот проект нравится, всем людям. Они ко мне подходят, они мне пишут, спрашивают, как можно попасть туда, можно ли участвовать еще. Конечно, благодаря Central Asia's Got Talent мы узнаем, открываем новые имена, какие-то новые возможности, границы вот всех тех стран, которые представляют на этом шоу. И я, например, получил очень огромное наслаждение, удовольствие. Очень надеюсь, что с каждым годом это шоу будет иметь очень большое значение, и оно будет больше привлекать таланты, и куда будет вообще, я так думаю, так задействованы все страны, все будут с нетерпением ждать этот проект, этот шоу. Двенадцать гранд-финалистов 22 декабря бились за победу в прямом эфире 4 телеканалов – Хабар, КТРК, Зор ТВ и ТВ Софина. Ставки были высоки. Победа в шоу Central Asia's Got Talent – это 10 миллионов тенге и популярность в Центральной Азии. Я вспоминаю сейчас те отборочные выступления, когда мы выбирали в полуфинал, в четвертьфинал, а потом… Да, сейчас находимся уже в финишной прямой. Как это все шло? Конечно, было волнение, что со стороны наших коллег, жюри и выступающих. Мы очень волновались и не знали. У меня постоянно была такая мысль, чтобы как бы кого-то, может, недооценил, кого-то, может, как бы упустил. Нет. Ну, как бы, чтобы меня потом не замучила совесть. Да, я должен буду поддержать талантливых людей. Потому что Восток, он, Центральная Азия полон талантливых людей. Это как бы, это было. Ну, слава Богу, мы выбрали достойных. Выбрали тех, которые были лучшими.
Эквилибристы «Хасак» открыли гранд-финал шоу «Центральная Азия ищет таланты». Несмотря на долгие репетиции, волнение перед прямым эфиром было высоким. Тем более подготовленный номер был опасным. Естественно, каждый трюк опасен, так как у нас есть два трюка без страховки. У меня было два раза случай. Ну, я два раза упал. Я первый раз в 2014 году упал. Я сломал себе три позвоночника. Где-то около года я лежал тогда. Ну, у меня, конечно, родители, жена, папа, все, короче, отказывались, чтобы я дальше занимался этим. Ну, так как я начал этот путь, ну, и закончу так же. У нас появился новый участник в команде, это мой сын. Мой тоже. Я крестный. Крестный отец. Самый маленький участник программы, я думаю. Ему 4 годика. Мы будем, постараемся исполнить рекордный трюк. Называется «Фирка». Хотим после проекта подать на книгу рекордов Гиннесса. Безусловно, конечно, я очень волнуюсь, потому что песня, самое главное, то, что я выбрала, она новая, я раньше никогда ее не исполняла. И самое главное, у меня цель, мне кажется, по достоинству ее спеть, исполнить ее как нужно, как положено. Номер «Айжан» стал одним из самых красивых в гранд-финале шоу. Ее необычный вокал в сочетании со световыми эффектами и декорациями создал волшебное настроение во всем зрительском зале. Айжанна Сувалиева! Айжанна Сувалиева стала победительницей от Кыргызстана и выиграла 3 миллиона тенге. Я, безусловно, рада. Я, во-первых, рада, что я уже в финале. Я говорила, что для меня это уже победа. И вот этот приз, это благодаря моим кыргызстанцам, благодаря всем тем, кто за меня болел, голосовал. Это наша общая победа. Я всех очень-очень благодарю. Буквально вчера танцор из Узбекистана Даля Шавкатов мечтал оказаться в гранд-финале проекта. Благодаря народной любви он не просто приехал в Нур-Султан и выступил в гранд-финале, а стал обладателем 3 миллионов тенге. Победитель от Узбекистана Далер Шавкатов. Далер забирает заслуженный приз и аплодисменты всего Узбекистана. Узбекистан, спасибо. Спасибо всем, кто голосовал. Я очень рад. Я честно не думал. Я говорил, что я вас не подведу. И вот, я вас не подвел.
Тамирис Бикмурзина из Казахстана в гранд-финале выступила в образе царицы. На кастингах она пела песню на французском языке и набрала в YouTube почти 3 миллиона просмотров. В полуфинале исполнила песню на украинском, а для финального выступления Тамирис пела на родном языке. Сильно волнуюсь, это очень серьезно. Я представляю Казахстан. Я долго к этому шла, и наконец-то я дождалась гранд-финала. Я прошла, я благодарна своей родине, благодарна своим соотечественникам за вашу поддержку. Танцоры из Кыргызстана, Space Machine, в гранд-финале подарили всем новогоднее настроение и показали номер про Гринча, который решил похитить Рождество. Камранбек Тургунов, молодой барабанщик из Узбекистана, исполнил настоящий концерт. Он в точности выбивал бит под музыку Майкла Джексона и после перешел на народный мотив. Интеллект – это наши умнички, это наше будущее. Очень талантливые ребята, кстати, тоже. И в последнее время они очень даже хорошо себя показывают. Не только в Кыргызстане, и за пределами Кыргызстана. У нас такая цель – прославить Кыргызстан всем миром. И каждый раз, когда мы выступали на Олимпиадах, мы представляем Кыргызстан. И стараемся, чтобы пара Кыргызстан узнали. Блок будет умножать пятизначное число на пятизначное число. Поехали! Мой ответ 412 миллионов 824 тысяч 230. Зажигательные, страстные, одним словом, феноменальные. Падида, Таджикистан. Это божественные ребята. Падида – это столько энергии. Честно скажу, в один момент у меня баланс закончился на телефоне, потому что я стала голосовать за своих любимых участников. Ансамбль «Театр-студия Падида» на этапе кастингов с легкостью прошел в полуфинал. Но стать лучшими в тройке лидеров им не удалось, и в гранд-финале они оказались благодаря поддержке телезрителей. Сейчас мы чувствуем волнение. Сильные волнения. Ну, мы сейчас думаем, чтобы хорошо выступать, чтобы всем понравится. Начиная с кастингов, участники поражали воображение своими танцами. Для гранд-финала команда приготовила номер, посвященный любви. На Востоке есть легенда о возлюбленных Лейли и Мейджуни, которым не суждено было быть вместе. Но на шоу Central Asia's Got Talent возможно все. Ансамбль Падида по-своему интерпретировали легенду и воссоединили влюбленных на сцене. Падида стали обладателями 3 миллионов тенге. Они долго шли к победе, поэтому эмоции скрыть было невозможно. Падида! Ваши аплодисменты! Поздравляем, ребята! Конечно, конечно! Мы чуть не умерли от счастья. Работать дальше над собой, участвовать в других конкурсах.
Central Asia's Got Talent – это шоу, где участники раскрывают свои удивительные таланты через песни, танцы, экстрим, акробатику и волшебство. Дмитрий Поляков, иллюзионист из Узбекистана, для гранд-финала приготовил опасный трюк. Сам по себе номер с освобождением из рубашки смирительный. Я уже так вот раскрыл секрет, что мы будем делать. Да, это делал Гарри Гудини. Он сделал этот трюк, и делал он его в подвешенном состоянии, то есть вниз головой, на высоте там, ну, то есть высота менялась. И сложность в том, чтобы провисеть, освободиться, ну и тебя спускали. Здесь добавляется некая опасность, то есть определенные лопасти, которые, если ты не выбираешься просто из рубашки, то есть они захлопываются, как капкан. 10, вместе 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пожарный из Караганды Еламан Мухамеджанов для гранд-финала написал песню «Путеводная звезда». Я приготовил новую песню, и она про успех, про как ты шел к успеху. Мой выход, я вот волнуюсь, чуть волнения такие, не знаю, очень переживаю. Галымжан Ауэзбай показал свой узнаваемый номер со стульями. Только на этот раз поднялся на высоту 10 метров. Мен тіпті осы трюктерді жасау үшін түнімен ұйықтай алмайтын күндерім болады. Қалай болады, қалай шығады, мен қалай тұрам, қай жерінен ұстаймын, қай жерінен тұрамын. Барлығыда менің басымды, менімді айналып атады, сол маған ұйқы бермейді. Галымжан Ауэзбай! Галымжан выиграл 3 миллиона тенге и стал победителем от Казахстана. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Өте қуаныштымын. Керемет. Рахмет барлықтарыңызға. По прилету в Алматы победителя встретили поклонники и друзья. Шум подняли на весь аэропорт. Привет, дорогие друзья, Чоушамбала. Вот сегодня нахожусь в гранд-финале. И эмоции очень волнуюсь, сейчас собираюсь выйти на сцене, очень волнуюсь, но надеюсь, что это волнение потом уже, когда я выйду на сцене, уже не будет, потому что я буду петь, буду зажигать. Главным победителем шоу «Центральная Азия ищет таланты» стал Чоршанбе Алаватов. Чоршанбе Алаватов, Таджикистан! Народная любовь к вокалисту из Таджикистана достигла больших высот, и голосование это подтвердило. Я хочу благодарить Казахстану, Киргизстану, Узбекистану и Таджикистану, что болели за меня, что голосовали за меня. Люблю вас всех.
Не знаю, обещаю, что дальше будет все, все интереснее. Ждите, все лучше. Не знаю. Я сейчас не могу сказать, что испытываю, потому что у меня мысли. Чоршанбе подарил Таджикистану большой праздник. Он стал победителем самого грандиозного шоу в Центральной Азии. Гранд-финал шоу Central Asia's Got Talent – отличное завершение 2019 года. И судьи с удовольствием захотели поздравить вас с наступающим Новым годом. Жители всей Центральной Азии, дорогие телезрители, я от души хочу поздравить вас всех с наступающим Новым годом, чтобы этот год для каждого человека был самым удачным. И всем хочу пожелать самое главное – здоровья и человеческого счастья. Я желаю всем вам мир вашему дому. Обязательно Новый год без волшебства не бывает. Чтобы родились в этом Новом году больше талантливых людей, которые как бы показали всему миру, какие мы талантливые люди в Центральной Азии. И счастья обязательно, мира, любви и процветания всем. Мне кажется, праздник получился на славу. Ждем новых участников в следующем году. Вот. С любовью, ваш Нурлан Абдуллин. С Новым годом, с новым счастьем. Поздравляю вас с наступающим 2020 годом. Желаю вашим семьям здоровья, процветания, радости, покоя и как можно больше талантов. С наступающим Новым годом от меня и от всей команды Central Asia's Got Talent. Команда Central Asia's Got Talent выражает огромную благодарность всем участникам шоу и телезрителям по всей Центральной Азии. Оставайтесь с нами и ждите новостей на официальных страницах нашего шоу. Спасибо большое за то, что вы были с нами. Пока, до встречи!